Добрый день Гладянскому району. Мы сегодня не сможем навести порядок во всех селах и городах страны, если мы не ликвидируем систему районных администраций. У нас нет бывших депутатов и министров. Мы идем в парламент командой примаров, примаров городов, каждый из которых выиграл по 2 мандата. Сегодня, если мы срочно не возродим все среднее техническое образование, хотя бы 50% от того, что было, у нас никогда не будут открываться фабрики и заводы. Мы сегодня с 2014 года кричим, когда нас сняли первый раз с парламентских выборов: ребят, давайте ликвидируем Центр по борьбе с коррупцией. А Центр по борьбе с коррупцией люди содержат, это 6,5 миллионов евро в год. Сегодня, если мы говорим про модернизацию страны, у нас должно быть четкое понимание, что мы делаем с железной дорогой, что мы делаем с экономикой. Нам нужно вернуться к ГОСТу. Потому что ГОСТ – это конституция для всех производителей, чтобы мясо было мясо, молоко – молоком. Почему за 30 лет никто не набрался смелости и сказать: давайте лишим всех депутатов иммунитета, чтобы они работали? Что за коррупцию срок от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества? Если мы сегодня слуги народа, мы идем сегодня в парламент заниматься законопроектами, решать проблемы сел, городов и всех столиц. Зачем нам сегодня иммунитет? Мы же для страны идем работать. Всегда мой жизненный девиз был один: сила в правде. Я буду только слугой своего народа. И поверьте мне, после парламентских выборов, даже те, кто заседания парламента никогда не смотрели, вы их будете теперь смотреть постоянно. Для них программа «Тихий час» в парламенте закончилась с приходом блока Рената Усатого. Спасибо. Голосуем за избирательный блок Рената Усатый. Мы – команда профессионалов. Сила в правде.